Уважаемые лабытнанцы, дорогие друзья, вот и остался позади еще один год, сложный и противоречивый, но при этом яркий и богатый самыми разными событиями, как в масштабах нашего города, округа, так и всей России. Мы вместе с вами радовались победам наших олимпийцев в Сочи и переживали за судьбу Крыма и юго-востока Украины. Напряженно следили за курсом рубля и радовались появлению в нашем городе новых домов и преображению улиц. Да, уходящий год трудно назвать простым. Но испытывая нас на прочность, судьба дает нам шанс проявить самые лучшие качества. Настойчивость, целеустремленность, великодушие и профессионализм. Принципиальность, уверенность в собственных силах, чтобы совместными усилиями выйти победителями из любой, даже самой безнадежной на первый взгляд ситуации. Дорогие друзья, примите самые теплые и искренние поздравления с наступающим 2015 годом. Пускай 2015 год придет к вам с добром и подарит новые надежды. Пусть каждый дом он принесет мир, покой и благополучие. Счастливого вам Нового года, дорогие земляки!